Всем привет! Сегодня мы направляемся в туристический комплекс Лесниково. Что это за место, что там находится, об этом вы узнаете из видео. Всем приятного просмотра! Приехали на место, сейчас будем заходить вовнутрь, все вам покажу, расскажу об этом месте. Сам комплекс находится вдали от населенных пунктов, до ближайшего где-то 5-6 километров. Здесь тихо, спокойно, людей поблизости нет. Есть лес, в котором можно прогуляться, есть водоем. На территории комплекса очень много разных деревянных конструкций, сооружений из дерева. Практически все здесь сделано из дерева. Есть самодельный водоем, в который запускалась рыба, и карп, и толстолобик. Так что любителям порыбачить здесь будет чем заняться. Площадь всего этого комплекса где-то 3,5 гектара. На данный момент этот комплекс принадлежит открытому акционерному обществу Верхнединский маслосырзавод. На этом водоеме можно покататься на лодке, на катамаране, в хороших комфортных беседках. Сейчас я понемногу буду показывать, что находится на улице, на территории этого комплекса. Ну а потом мы пройдем в сам жилой дом и покажу, что там. Вот здесь находится отдельный домик для бильярда.
Да, действительно, здесь очень тихо, спокойно. Лес шумит. Никаких посторонних звуков цивилизации, так сказать, не слышно. Птицы поют. Очень здесь хорошо. Информацию об этом месте я оставлю в описании под видео, где оно находится, как сюда добраться, что здесь есть, какие услуги. Переходите по ссылке, читайте, смотрите и обязательно приезжайте сюда. Здесь находится баня. Два входа в нее. Отдельно в комнату отдыха и отдельно сразу в раздевалку и затем в саму баню. Все сделано очень красиво. Из дерева, из плитки, из камня. Печки, думаю, жару можно дать нормально. Ну и вот комната отдыха. В которой тоже есть отдельный камин, если в зимнее, в осеннее время, когда прохладно, можно протопить, и здесь будет тепло. Прошелся я по территории этого комплекса, посмотрел баню, бильярд, беседки различные. Здесь очень действительно красиво, атмосфера непередаваемая, тихо, спокойно. Если вы захотите сюда приехать или один, или с семьей, или шумной компанией какой-то дружной, обязательно сюда приезжайте, даже не думайте. Здесь очень интересно. Сейчас буду заходить в дом и покажу, что находится в нем. Дом. Это двухэтажный деревянный дом. Здесь 4 комнаты. Есть на втором этаже. На первом этаже камин.
очень красивый. Зал для гостей, для каких-то мероприятий. Есть здесь своя кухня. Со всеми условиями для готовки, для приготовления чего-то. Как я и говорил, на втором этаже 4 спальных комнаты. В основном они, все они двухместные. В трех комнатах по 2 кровати одноместных и в одной комнате 1 двухместная кровать. Все удобства здесь есть. Каждым разом в этом месте что-то достраивается, что-то улучшается, появляется что-то новое. Либо услуги, либо постройки, либо те же скульптуры из дерева, из камня, какие-то насаждения. Место здесь действительно красивое. Друзья, надеюсь, это место вам понравилось. Вы захотите сюда обязательно приехать, отдохнуть с семьей, с компанией, насладиться этой тишиной, природой. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк, делитесь с друзьями этим видео. До встречи в новых походах. Всем пока!